Я всех приветствую, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня я покажу, как включить Fly с помощью Infinity Yield. Да, возможно, вы не знали, но с помощью Infinity Yield можно использовать много функций, много разных там, много интересных функций и так далее. С помощью Infinity Yield можно сделать многое, но сегодня покажу, как делать именно Fly. Вот. Вы не думаете, что если вы просто пропишете команду Fly, то вы будете летать. Такого не произойдет. Вы просто будете левитаться в воздухе и не сможете двигаться. Для того, чтобы Fly работал, вам нужно прописать команды, которые пропишу я. Итак, пишем noAnim. Уже понимаете, что это команда, то есть у вас нет анимации ходьбы. Пишем Fly. Естественно, Fly пишем. Видите, я летать не могу. Потом пишем мы Swim. И пишем tpwalk. На 500 я не советую включать, хотел бы на 200, на 100, ну давайте на 200. Ну и как видите, я начал летать, только, конечно, я поставил слишком, так сказать, больший радиус. Так, давайте еще раз я пропишу команды, чтобы вам наглядно показать. Ну они, естественно, fly, swim и tpwalk. Можете вообще на 5 писать, это самое наилучшее. Ну, как видите, я спокойно летаю. Вот. Так, если хотите еще через стены проходить, прописываем ноуклип. И мы можем проходить через стены. При этом летая по всей карте. Допустим, я на паркуре сейчас летаю, могу добраться спокойно до конца. И мне в этом не будет проблем. Так, сейчас я почему-то умер. Ну, в общем-то, моя цель была вам показать, что это работает. Так что, ну что ж, с вами был я, GamerCopTV. Всем удачи, всем пока.